Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и настало время похвастаться моими покупками. И вот моя первая покупка, ни много ни мало, а ковер шерстяной, очень красивый. И этот замечательный ковер я купила для дачи. У меня на даче есть такой диван в коридоре, где кухонька, все сделано в русском стиле. Вот туда я купила этот ковер. Это вот самая моя большая покупка. И, кстати, этот ковер с такими очень красивыми узорами и бордовый цвет, а у меня в кухне как раз бордовый цвет превалирует, он стоил всего 100 рублей. Поэтому я и говорю, что какой интерес ходить на блошиные рынки, чтобы найти что-то такое, что нужно, во-первых, тебе, а это уже очень ценно, да еще за 100 рублей. Сейчас уже такой не найдешь. И я считаю, что это удачно. Раскрою секрет такой низкой цены. Ковер в свое время неудачно постирали, и он полинял. Но это почти незаметно. А вот моя вторая покупка. Вы все помните мое пальто бордового цвета, винного цвета, обзор которого я делала осенью, размер оверсайз. К нему я решила купить вот такой замечательный платок, потому что, ну, во-первых, очень люблю стиль боха, этно-стиль, красивейшими цветами и птицами, но просто была очарована. Ну, там есть небольшой брак, тоже я его купила очень дешево, по-моему, за 100 рублей. Это чисто шерстяной платок, как сейчас, очень модно, с кистями. Я влюбилась в этих птиц с цветами, тем более все-таки это чистая шерсть. Ну, вот помните мое пальто. Да, вообще в этом году я заметила, очень много сделала покупок именно в таких тонах. И вот посмотрите, какую замечательную брошку я купила. Мы видим очень красивые листья. Использован большой полудрагоценный камень, слева вы видите, и более мелкие камни Аврор Бриалис. Справа вместо выпавшего камня смола такого янтарного красивого цвета. И видно, когда-то эта брошка была очень хорошо позолочена. Еще два слова. Почему я купила эту брошь? Потому что, во-первых, она мне очень понравилась. Во-вторых, все-таки я очень сильно сторговала цену. Ну, мне от 1000 опустили больше, чем в 2 раза. Я просто уже не могла не купить ее. Аппарат. Он хочет когда? Сосредотачивается. Не хочет? Да. Он у меня даже очень красный. Для меня 1000 все-таки дорого. Да вы так сильно не уступите. Предлагаю. Обратите внимание, как брошка украсила мою любимую шляпу. Брошь без клейма, и все-таки решила посмотреть в просторах интернета брошки, сделанные в Германии, какой фирме они принадлежат. И вот видите, я нашла брошки, они очень похожи на фирму Морена, которую делали в Германии как раз. Это элитная бижутерия 60-х годов. Все эти брошки покрыты толстым слоем золота. Как видите, в декор многие входят цепочки, что объединяет, в общем, с моей брошкой. В их дизайне использовались полудрагоценные камни, очень красивые раковины, перламутры. Все они делались вручную, и очень часто это был единственным экземпляром. Так как это элитная бижутерия, обязательно должно быть клеймо. А на моей брошке, как вы видите, клейма нету. В дизайне часто использовали камни Аврора Бриалис. Эти же камни есть и вот на моих брошках, если посмотреть повнимательно. Также часто использовали тему листьев. Ну, я в сомнениях, подделка, может быть, это под эту фирму. Если кто-то знает, пожалуйста, подскажите мне. И заранее благодарю вас.
Вот еще одна чудесная покупка – это кулон. По новгородским, копии новгородских вот таких изделий. Копии с новгородских вещей. Да, да, они все копии. Вот эти 450. А это металл, вот какой? Это бронза. Почему? Бронзу они делают. Да? Там... Какой замечательный человечек с усами. В советское время все помнят, их было много и были часто. Ну, вот это третья моя покупка. Наверное, все узнали ее. У многих она есть. Вот, видите? Мне очень эта кружка нужна для дачи. Вот здесь, кстати, золотой петушок. А у меня там как раз тема петушков. У меня там на бане петушок. Вот и здесь. Купила я ее тоже очень дешево. За 200 рублей, по-моему. Еще одно мое приобретение – чудесное колье из кожи и стекла. Ну, а это сын застал меня на лестничной площадке, я тороплюсь в театр. Это колье я приобрела у Танечки из благотворительного фонда. В предыдущем фильме вы видели, я показывала ее. Стоило оно всего 300 рублей. И, кстати, я решила тоже часть вещей, которые мне уже не очень нужны, отнести в этот фонд. Вот сейчас. Еще я хотела бы добавить о прошлых покупках. Ну, например, брошку, которую я купила 4 марта, там же, в музее Москвы, оказалось, что это брошь цикада. А цикада является олицетворением счастья, долгой жизни и вечной молодости. И большинство экспертов фэншуй считают, что цикада – символ бессмертия и защиты от интриг. Такие символические способности амулета объясняются тем, что цикада – самая долгоживущая из всех насекомых. Срок ее жизни может составлять до 20 лет. И еще один вид удачи, который приносит цикада благодаря своей способности перерождаться каждый год – это защита во время больших перемен в жизни человека. А у меня, кстати, в этом году должны быть какие-то перемены. И для китайцев, еще раз напомню, что цикада стала символом непроходящей молодости и долголетия. В современном Китае цикада пользуется огромной популярностью. Кстати, по фэншую используется и как я уже сказала, символ вечной жизни и как эффективное средство подпитки истощившейся удачи. Поражена, что эта вещь ко мне пришла и что она принесла столько приятного. Теперь это мой стал любимый амулет. И я его стараюсь как можно чаще носить. Ну, вот мои покупки. Итак, всего хорошего. До новой встречи, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравилось видео. Если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки. А если вы еще не подписаны на мое видео, то, пожалуйста, подписывайтесь.